Папа, что делаешь? Я хочу вот эти здесь, которые венков? Виноград был, угу. пересадить. Да? Потому что от него здесь, как говорится, толку нет. Хочу угу. туда на шпалеры его высадить, чтобы что-то было. А то мы все равно с него... Виноград был, но он мелкий, а там на шпалерах он хоть пользы угу. больше будет. Вот здесь три кустика я выкопал и два там, чтобы они не мешали, во-первых. Мы лучше здесь посадим около забора гранат. Он любит, да, пересадим потом, потому что он любит... Тепло. Ну да, тепло, чтобы ветра не было. Вот как раз возле забора выберем место где-нибудь. И ты хотела еще там идти, то посадить? Да, я хотела кукурузу. Она у нас, кстати, вот уже взошла, но пока... Вот, ее надо уже, можно будет сегодня даже посадить. Да, ну хотите. Там нужно еще замочить несколько зернышек, они не все проросли. Можно же пока хотя бы эти ну посадить, да, правильно? Можно, можно. Вот. В общем, вот три кустика, шпалерку убрал эту, ямки закопал. Вот выкопал, сейчас я буду садить на... Где ряды, да? Да, где угу. ряды. Потому что у нас там есть где-то пропал виноград. Вот я хочу досадить, чтобы у нас, как говорится, ряды красивые были. Вот такой вот виноградик я выкопал. С корешками. Будем пересаживать. Получается... Раз, два, три, четыре, пять, шесть кустиков. Ну, этот маленький, ну, посмотрим, может, что-то с него и вырастет, с такого кустика. А эти вот хорошие. Ну, большой, правда, разрезал его для рыбалки. Большой будет. Вот здесь хочу посадить. И там дальше еще идет. Ну, глубоко ты. Ну, так, чтобы корни были закрыты. Все, потом мы ее... Воду скажу, еще возьму. Воду полить. Так. Так. Все, потом подвяжется, да? Вот пойду поливать в эту лунку воду. Вот примерно так. Вот жиденько, да? Как раз. Криво.
Так, вот следующий, наверное, здесь можно, да? Ну да, по идее. Здесь можно посадить. Давно здесь. Где нету, будем досаживать. Жизнь в поселке – это когда везде собаки, и начинается перекличка, перелаивание. Что? Какой-то. И там, и тут. Кто-то пошел, видимо, выгуливать свою собаку, и она так просто бегает, и все собаки начинают лаять. Наша там, вон, тявка тоже слишком громко лает. Весь поселок залаял. Да, весь поселок залаял. Вечером вышло солнце. Вот веточки будем сжигать.
Бочка это уже совсем прогорела. Но... Сгнила. Какие-то уже сколько? Года два, да? Я не знаю. Да, года два, наверное, бочки, да. Вот мы так сжигаем мусор. Ну, не мусор, а ветки, такое вот все огородное. Траву, ветки, да? Ну да. И зола в огород потом. Потом ее используем, да. Да. О, сейчас такое пламя будет. Ага. Вот, можно погреться даже. О, как хорошо, так жарко даже. О, ну близко не подходи. Угу. И что, пламя? Да. Вот произвели обрезку винограда и все ветки сожгли для золы. Зола тоже в огород потом пригодится. Вот, хорошо все. У нас все идет в дело. Я хочу показать вам, как зашли наши перчики. Посмотрите, какие они у нас уже большие. Каждое утро я их прыскаю водой, чтобы им хватало влаги. Не везде, не во всех стаканчиках еще, конечно, проклюнулись они. Но это считай, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 штук из 24. Наши цветочки тоже растут. Разные зашли уже. Где-то прям много-много. Где-то по одному, по двум семечкам. Что насчет нашей кукурузы? Она уже проклюнулась. Появились росточки, но не на всех, получается, кукурузинках. И нужно, наверное, будет докладывать еще, чтобы еще прорастить. Вот такие красивые цветы нам папа подарил. Розы. Радует. А чё падает изо рта кость? А? Малыша, иди сюда, малыша. Малыш, иди ко мне. Собака на сене.